утро к любой тираспольской маршрутке. Всем лечь! Лечь, я сказал! Что? Бандиты? Нет, гаишники, все, вставайте, вставайте. Финальную игру открывают победители прошлого года, команда «Шаурма». Их напутственное слово участникам финала – независимо от судейства, бороться до конца. Я желаю хорошей игры, непредвзятых судей, потому что КВНчики вечно жалуются на судей. Надеюсь, что все было сегодня хорошо. Ну и пусть победит сильнейший. В предвкушении красивой и интересной игры поддержать любимые команды пришли десятки зрителей. Ожидаю честного выигрыша одной из команд. Экшена, эпатажа. Самое главное, самого лучшего. Да, смешного. Хорошее настроение, побольше смешных шуток. Я надеюсь, что будет море положительных эмоций. Надеюсь, что победит достойнейший из команд. Итак, вы должны быть патриотами. Где, если у тебя фирменные вещи, значит, они из секонд-хенда? Это Приднестровье! Команда «Не против» впервые участвует в финале. Они всего лишь год на сцене, но в свою победу верят. Главной своей фишкой считают многонациональность. Наша команда, вот я как уже повторюсь, показывала свои национальности, и у каждой национальности была своя изюминка, и это заходило в зал часто. Еще одна начинающая команда «Политех». Ребята очень волнуются, но страх проходит, когда чувствуешь поддержку зрителей, признаются они. Так как мы участвуем только первый сезон, мы надеемся на поддержку зала. Надеемся, что все, что мы сегодня покажем, оценят по полной программе. «Не против», «Эпатаж», «Политех», «Еще не вечер», «Нежные люди». Позади несколько туров напряженной игры, а на сцене самые сильные. Сейчас нужно показать лучший юмор, чтобы покорить зрителя и жюри. Прежде всего, это, конечно же, юмор. И актуальность тех событий, которые сейчас происходят, конечно же, вообще и в мире, и как бы на факультетах, например, да, у нас в стране, в университете, они всегда, конечно же, интересны, если команда это правильно преподносит. Сегодня победил опыт. Команда «Эпатаж» 4 года шла к своей победе. Долгожданный кубок сегодня достался именно ей. 2-е место занял «Политех», 3-е еще не вечер, 4-е «Нежные люди», а 5-е команда «Не против». Анна Шерпул, Олег Коваленко. Первый Приднестровский телеканал.